Прикольно. Райчики стейк из человечинки. О, человечек лежит. Точнее, два. Тут уже все вынесли. В округе. Что за дичь? У меня тут человек в двери. И это не зомбак. А, тут чел, короче. Это чья-то база. Он пытается ее подобрать, что ли? Или это его база? Здесь что-то очень будет. Тупаков. Людей, зомбаков, что ли? Еще тут. Много трупов, то не могу понять. Это все люди. Вот он, ну, прикольно, амбар какой-то багованный. В него даже не зайти. Он выше поставлен, чем надо. Чё тут? Можно тупо трупы удать, и уже нормально будет. Нихуя у меня здесь батлфилд пошел. Я иду и по дороге на трупы натыкаюсь. Опа, а мне гасят. Да, по тебе. Откуда ты снизу? И еще труп. Блин, сколько, что за бред, блин. Ну, у нас оружия вообще нет. Чувак тут все залутал, походу. А я нашел грушу в трупе. Так что я, может быть, не умру от голода. Патронов у полицайки нашел. У полицайка это. Блять! Ну почему мне так везет, а? Что там? Капкан. Да я короче, забегаю я в дом. Я еще думал, сейчас, блядь, наверняка очередной закрытый дом. Блять, он. Дверь-то открылась, и прям на пороге был капкан. Ой, я упал. Да, ты считай, сдох. Да блин, это вообще беда. И мне теперь, в принципе, у меня есть отвертка, я успею сдохнуть сам. Чем дожидаться? Это только шмотки. Не, ну я не знаю, ну, что это за место. Здесь просто куча трупов. Я не знаю, что это такое. О, рядом со мной автоматная очередь. Блин, надо хотя бы ножик найти, разделать это вот кто-то труп и съесть. То еды нет. Блять, ну что, я тебе буду бояться в каждый дом заходить? Ну а что не бояться? Здесь еще один труп. Блин, а у вас тоже много трупов, да? А да. Да, один пока встретили. Да а что тут делать? Тут только умирать, если ты ничего не нашел. Да нет, воюют люди. Я уже по населенном пункте, по населенному пункту мизерный. Там, ну, минимум десяток. Может, читайте какие-нибудь. Блин, да, с едой напряг. Надо людей жрать. Что делать? Ну, мы сейчас как раз этими собрались заняться. А потом как рассудок восстанавливать? Никак. Будем жрать. До тех пор, пока не сдохнет. Блин, ну это фигня какая-то здесь. Ну, там, в одном магазине, там, продовольствием, 4 штанов. Нет, 5. И все укорочены. И рядом еще такие же райчики. Добрый вечер. О, привет. Да, что? Блин, уйди оттуда. Сейчас я попробую ломиком. Я нашел дробовик и массину. Он опасный, я с оранжевой кепкой. С трупов залутал.
Он меня пробовал убить. Мощно с прицелом и с этим. С компенсатором. Губцами, конечно. Эй, раньше вы жить хочешь? Но все равно. Но. Он по-английски только понимает. Не вздумай нападать. Странный. Смотри, он это рукой машет что-то. Ну живи тогда. Я сначала тоже говорил, что типа ты мэйт с ним, а потом он сзади напал с плоскогубцем. Тебе перевязаться надо, слышишь? Ты кровоточишь. Спасибо, не заметил. Сейчас нападет падла, ну? Донт. У него хорошая куртка. Можно взять. Конечно, да. Везде стреляют. Не, я, знаешь, не люблю нападать без причины. Окей. Вот и все, убежал. Есть какой-нибудь план? Ты не знаешь, где город вообще вот этот большой? Я его тоже ищу. Там интереснее, там стреляют и вообще. Слушай, да я был вообще в каком-то, ну, там, сдох, в каком-то мизерном населенном пункте, чтоб ты понимал. Даже вот в этой большой деревне трупов меньше на дорогах, чем там. А нет, то, что тут много людей в одной карте маленькой, это... Ты патроны не находил? Да. Чего? Патроны не находил? Нет. У тебя есть оружие? Да, я нашел вот этот ПМ. Но патронов к нему нет. Короче, ладно, надо куда-то идти. Да я не знаю. Я видишь, я ориентируюсь очень плохо. О, дым. Пошли вверх по этой дороге. Куда-то. Пойдем, да только такой момент, далеко ты не уйдешь, надо. О, подожди, это я не здесь подыхал. Блин, чего они любят все? Сейчас не наступи. Да я уже знаю. Я уже один раз так сдох сегодня. Да, все, у меня тоже желтая еда. А ты колонку не встречал, да? У меня тоже желтая еда, вода. Вон мои знакомые тоже там вот бегают и подыхают без еды, без воды. Знаешь, что здесь надо делать, как мы поняли? Надо вот эти человеченку купить. Ушли. Слушай, я сейчас знаком. Ну, в Дискорде какого спросил, он говорит, вроде от запеченной человечины не должен сдохнуть. Просто у меня два куска. Просто я два куска человечины сейчас, ну, прихватил там в одном доме было. Не знаю, может пожарить, попробуем. Ну давай попробую, я посмотрю. Да блин, я-то попробую, только один мы костер не разведем. А, я думал, ты уже жареную взял. Не, откуда? Какую жареную? Сейчас по ночи жареная валялась. Так у меня даже не только режущего, колющего, у меня и ничего такого, чем кого-нибудь ударить надо. А, ну, слушай, ну все, уже недолго. Ну, возьмешь там у меня это, все остальное. У меня, короче, уже еда красная. Сам ПМ, там еще что-то. Спиртика можно бахнуть, типа. Первый раз как раз мне получилось в этом городе большом, типа. Нашел каких-то двух чуваков, типа там. Сделали команду. И потом быстро умер. Первым из них. Понятно. Ну что в городе там просто стреляют на каждом углу. Да видишь, карта маленькая. Вон, пожалуйста, я вижу, черик бежит нам навстречу. Вот он за вот дерево, на которое я бегу, он там за этим, за пригорком. На нас? Нет, он идет. Он идет в ту сторону. Вот ту, куда я смотрю. Вот там он, за пригорком. Нас двое все-таки. Пойдем. Попросить. Давай попросим. Не понял, а куда он делся-то? Пропал. Сейчас название можно читать.
Блин, ну он не мог так быстро убрать. Хала. Он не мог так быстро. Он либо вот в этом домике. Вот в этих. А вот он, да. А вот он, нормальный такой. Hello, you are friendly? Hello. Do you have it? My friend is dying. Red health. Not red health, red food. Вы едой нас не угостите, а? А-а-а. Человек. Жадина, говядина. Блин, еще спиной такой, знаешь, идет, блин. У нас же нет оружия нормально. Ну так осторожен. Ну хотя да. Хотя да, пистолет я бы мог, если что, достать, его бы никто не увидел. Надо... А вот и пистолет у меня. Серьезно? А что за пистолет? Попробую догнать. СР-70. А пули-то в нем есть? Потому что я пистолет нашел без зуб. Одна, ладно, бесполезно. Одной только есть в голову, очень аккуратно. Никто, наверное, нет, у него шлем был. Господи. О, вода. Вода? Да, только у меня вода-то желтая еще пока, а вот еда, да. Ломик вижу. О, Кир. А, это было в прошлой жизни. Да у меня семена были в прошлой жизни. А то с лопатой можно было... Сейчас менять. Быстро ничего не вырастешь. Сейчас же сделали типа апдейт, что там надо поливать, потом еще типа городских жуков там типа опрыскивать и так далее. А ты еду нашел? А я балбес, я вспомнил, что у меня слива была, которую я с самого начала заспавнил. Ау, окей, у тебя сейчас у меня красная. О, база. Так у меня тоже красная, у меня уже пол хп ушло. Че, она же все равно ненадолго. Это ж не еда, это фигня. Слушай, во, я нашел вещь. Патроны. Для Макарова. О, так у меня ж Макаров. Давай. Сейчас здесь, может, убьем кого-нибудь. А ты хорошо стреляешь? Может, я тебе тогда отдам лучше? Да нет. А, так магазина один хер в нем нет тоже. Точно так же. Не, ну так все равно можно перезаряжать по одной. Хотя сейчас мы типа оба с одной пулькой. Может, кого завалить, давай. Да, теперь у нас есть две пули. Мы встретим каких-то с оружием, то все, нам кондык, но, видимо, там, если встретим кого-то с топором только, то можешь бегать в окуке и пострелять по одной. Слушай, ну сейчас тогда без вариантов, если кого встречаем, валим. Потому что еда... Не, ну надо попробовать... Да, попробовать... в магазине есть еда. Да, надо посмотреть. Тут будут опять флаги. Конечно, вот флаг. А на полках нет. Короче, тут, а где тут появляется еда? Какая-то странная. А, в этих. В церквях иногда было, типа, рис какой-то можно было найти. Надо одну типа в других картах. А, это кто-то базу делал. О, может, еды сейчас найдем. О, тут палатка, может там есть что-то. Есть. Один молоток. И то рядом. Защитный ящик. Блин, а в нем проволока. Да кто-то, видать, базу зарезал. Да, тут много молотков и просто. Ты. Молотки. Не, это все гибло. Ну все, кажется, нам. Давай это, оптимизм, вот это вот все такое. Там магазин десерта игл.
Может, в фермах, типа, там, еда справнится, или там, это, какой-то чикен будет. Да там я уже вижу, там сено. Не, слушай, кроме шуток, если тебе совсем... Слышь? Стой, стой. У меня же два куска мяса. Кстати, ну чуть подольше протянешь. А так-то стопроцентное отравление. Так это пошли, давай готовить это мясо. Попробуй. Да нечего. Проблема в том, что мы не сможем костер развести. Ай, да, этот нельзя соскребти этот. Так что вот я сейчас до последнего и... Не, наверное, уже пора. У меня уже мигает красным еда. А это уже желтая. Опять? Опять база чья-то? База? Граната. А кирку кто оставил? Ты что? Нет. Это не зарейдено. Пиздец. Не, я хочу есть, я ем уже. Ну, посмотрим. Да что поспорим? Сырое мясо ты... Ну я знаю. Простое мясо. Ну это добавит пару минут. Все. Как назло, нет никого сейчас вообще. Там полно, тут вообще никого. Ворот. Если сковородка, значит где-то есть еда. Нет, бумага здесь. И тухли. Значит, это что? Посрали, извините за выражение. Бородач, а с бумажкой можно костер развести или нет? Или все равно да. Кора... Ну, кора нужна, да? Для, чтобы растопить-то. Растопить, да. Короче, здесь пиздец какой-то. Я уже сырое человечество съел. Щеликом бегаем сейчас, гадаем, кто из нас раньше подохнет. С голода-то. Я вот второй раз уже сейчас тоже походу подох. Вообще ничего нет. Слушай, ну вот я. Я, кстати, да, заболел. Ну как-то эти. Как-то эти-то же базу построили. Не, это ненормальная байда, что еды нет вообще. Да нет, я здесь, я в красном доме. Я уже ковбой. Ну, я тоже половина уже энергии нету. А, не, все, я уже скоро. Там красная еда и красный крест. Рюкзак можешь взять, но зачем тебе рюкзак? Я так понял, на этом серваке выживать это только человечно. Потому что, ну ты видел сколько ты? Ты много же встречал тоже, да, человечно? Я вот много. Нет, просто там человечина, это есть, и там, не знаю, какой-то у них там ритуал у кого-то, что они типа разделяют своих труп. Это в любом сервере, мне кажется. Ну я не знаю, зачем тогда это разделяли. Кстати, нет, не встречал. У трупов взял только яблочки. Да, я тоже в трупе человеческом нашел грушу. Ну это кто-то сдох, это не в этом, не в зомбаке. А, ну все, я, значит, быстрее подохну. Я уже ходить, бегать не могу. Ну, очень сожалею. Что могу сказать? Не-не, забери, главное там. Может, тебе повезет на минуту больше. У меня желтая энергия. Так, сейчас пошли в церковь, помог полиции, может, все-таки. Ну что-то как-то хардкорненько, мне кажется.
хардкор поедеть. Надо больше охотиться и так далее. Что в городах ничего найти нельзя. Типа охота, вот всем надо заниматься. Но как можно охотиться, если у тебя кирка и лопата? Что за дичь, какая охота? Если ты до охоты не доживешь. Ну, это, типа быстро надо находить оружие и бежать в лес охотиться. Запас всяких генеров тут много. Ну все. Да, так и ножа не нашли. Я тебе говорю, но я только... А, все. Пока.